Всем привет! Я думаю, очень многие в интернете видели елочки, которые сделаны из книг или же журналов. И я подумала, почему бы такую елочку не сделать самостоятельно и добавить туда совершенно другой декор. Так что, если интересно, что получится в итоге и как я это делала, оставайтесь со мной. В работе понадобится совершенно любой журнал. У меня вообще это раскраска по номерам, и у нее даже не глянцевые странички, а самые простые и отрывные листы. Не берите с отрывными листами, очень плохо, не подходит. Берем страницу и загибаем ее под прямым углом снизу. Хорошо, прижимаем. Ну и снизу я загибаю приблизительно в уголочке на сантиметр. И в итоге потом мы будем сгибать вот таким образом, и получится пышная елочка. В моей раскраске всего лишь 16 страниц, поэтому я листы не сгибала посередине. У нас будет более округлая елочка. Так я сгибаю все страницы. Ну, для начала я просто изгибала, а затем для удобства капельку клея я нанесла, чтобы склеить странички. И уже после этого будем собирать елочку. Клей наношу на каждом листе только снизу. Использую, кстати, я ПВА-клей, потому что у меня обычная бумага. Можно использовать термоклей. Итак, каждую страничку я приклеиваю к предыдущей. Как я сказала, мои страницы отрывные, поэтому сверху макушка у меня постоянно пыталась порваться. Обложку я убираю, а она не понадобится. Сначала было делать очень легко, но когда наша елочка уже была почти склеенная, было опасно делать, потому что я боялась, что я погну свои странички и елка будет мятая. Поэтому работать уже в дальнейшем было немножко неудобно, но я, по крайней мере, постаралась, чтобы они были все ровненькие и красивые. И склеиваем последнюю страницу с первой. Ну и тут уже начинаем думать над самим декором. Снизу, кстати, получается красивый цветочек. Я беру золотую краску в баллоне. Она у меня глянцевая. И начинаю красить елочку. Кстати, этой краски в итоге у меня не хватило. Потому что до этого я делала большое количество золотых работ. Слегка покрасила елочку внутри. И подкрашиваю снаружи. Можно отгибать каждую страничку. Прокрашивать очень-очень сильно. Я делала это только сверху. И, кстати, вот таким образом выглядит уже сама елочка. При желании можно оставить вот в таком варианте, и смотрится она тоже интересно, в зависимости от того, какой интерьер у вас дома. Ну, можно добавить декор. Для декора хорошо использовать ленту. У меня была вот такая золотая лента. Это вообще, я бы сказала, наверное, больше скотч, чем лента. Она на клеевой основе. И я все не знала, куда ее приспособить, и тут она как раз подошла. Закрепляю сверху. Также я немножко скрыла свою верхушку, так как от того, что у меня листы отрывные, они все пытались там оторваться. Верхушка была не очень красивая. Поэтому я немножечко ее как раз и закрыла. Подклеиваю клеем что сверху, что снизу. Ну, еще я убрала клеевой слой именно снизу, не по всей этой ленте, и приклеила. Пускай дополнительно тоже будет крепление. Как вы видите, в некоторых местах моя елочка светится изнутри белым цветом. Ну, все потому, что краски до конца не хватило. Но в итоговой работе она совершенно не мешает. Теперь будем клеить декор, и чтобы он не отваливался и хорошо держался, нужен фетр. Я беру небольшой кусочек фетра и буду его приклеивать снизу, в том месте, где у меня будет декор. Ну а теперь сам декор. Цветочки, еловые веточки, природные материалы, разные сухоцветы, все, что можно тут использовать.
просто начинаю добавлять и формировать композицию снизу. Приклеиваю я все на фетр. Совсем слегка я добавляю еще искусственный снег. И все, на этом моя елочка будет готова. Больше ничего не добавляла, смотрится она очень интересно и в интерьере выглядит красиво. Ну а если вам понравился такой вариант, то обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Кстати, фотографии, которые были в начале видео, я вам тоже оставлю в телеграм-канале. Ну а мы увидимся с вами уже в следующем видео. До новых встреч, пока-пока!